Этого человека вы уже видели в наших эфирах, но в другом амплуа. Василий Пронин 10 лет отслужил в госавтоинспекции во имя безопасности дорожного движения. Жизнь его начала меняться, когда однажды он решил сделать детскую кроватку для своего ребенка. Сам. Ну, началось, наверное, как и у многих, с мечты с какой-то. Вот. Просто хотел заниматься деревом, при этом, ну, соответственно, специализированного какого-то образования не было. Взял у друга гараж. Просто так он мне его отдал, какой-то маленький совершенно, купил какой-то маленький станок, и все началось с того, что я начал делать разделочные доски. Просто в подарок, там, просто кому-то, как-то, где-то. И все как-то перешло в то, что нужно кроватки делать своим детям в первую очередь. Вот, сделал своим детям кроватки, и вот с этого началась как раз вот вся вот эта эпопея с детской мебелью. Почти каждый день после службы Василий ехал в гараж заниматься деревом. И однажды понял, что пора выбирать. Рискнул. И сегодня он востребованный предприниматель, мастер, который изготовит любой эксклюзивный проект по желанию и возможностям заказчика. Размер и дизайн, материал на любой вкус и кошелек. Кстати, в этом году он стал победителем конкурса «Молодой предприниматель». Составил бизнес-план, все документы собрал, все там, все условия выполнил. И потом поступил звонок. Я, если честно, не особенно на это надеялся, не особенно ожидал как-то. Вот поступил звонок, и Василий Евгеньевич, вы выиграли, значит, этот конкурс. Вот, и все, дальше уже заказывал оборудование. Это два оборудования пришло. Одно еще не пришло, ну, в соответствии с последними событиями. Но ждем, должно все-таки тоже подойти. Сейчас производство постепенно расширяется. Кроме детской мебели, в мастерской Василия можно заказать взрослые кровати, столешницы, полки и по-прежнему разделочные доски, с которых все начиналось. В своем производстве мы используем максимально экологичные материалы. Это натуральное дерево, березовая фанера, МДФ. Изготавливаем как свои модели, так и модели по проектам наших заказчиков. Историю работы мебельной студии Василия Пронина вы можете увидеть в пятницу в программе «Городские встречи» на сайте нашей телекомпании и в эфире сразу после итогового выпуска новостей. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».